прямо как описывал Великий Нищий. Часовенка, куда заходил Мертен, должна быть в той пещере. Твою мать! Что тут творится? Что-то здесь не так. Брукс и галлюцинация, дрались они как настоящие. Должно быть, это какое-то испытание. Жальтесь, будьте милостивы. Помогите мне. Не отводите взгляда. Помогите. Помогите убогому, сударь. Этот последний. Интересно, что теперь? Человек очень похож на лебеду.
Больше никаких видений. Надеюсь, так и останется. Искупить грехи, Мертен удалился на озеро. Надо туда сходить осмотреться. Может, это какая-то реликвия? Эй, ты, с мечами за спиной! Помогите нам! Этот тут чудовище! Меня доконает. Опять я все проиграл. Работа нервная, да? Кто-то весь... Логово Кикимор. Придется его уничтожить, чтобы избавиться от них. Я...
Спасибо. За ведьмами гонялся. Отец, я тебя пронзю мечом! За любовь! За тесть! За тесть? Тесть! Не прикидывайся, что не понял, дуинь! Ты чего? Станцуйся рыцари не ругаются! А разбойники не дразнят рыцарей! Только у моя это посяде! Каюзию! Шевелись, плотва! Подставлять, чтоб целовали. И приподнимайся, чтоб под жоп подушки подкладывали. Эй, ведьма, можно тебе? Если б не ты, ведьмак, этот волколак, он бы всех нас убил. Этот волколак, ты его убил? Ага. Людей перебил, овец сожрал, хозяйство разрушил. Ой, хорошо, что все уже кончилось. Спасибо. Если хочешь, я тебя подстригу. Только подожди минутку, а то у меня еще руки трясутся. Будь здоров. Не ты, ведьмак. Этот волколак, он бы всех нас убил. Ведьмак! Стрижечку. Будь здоров. Ведьма! Что Бродобрей делает на хуторе? Стрижет овец. Овцы спокойные, не кричат, что им прическа не та. Локон не там, цвет не нравится. И никто не грозит отрубить голову, если случайно срежешь лишку. А тебе кто-то угрожал? Нет, не мне, но, скажем, разные ходят слухи. Я не мог жить в постоянном напряжении. И когда я увидел объявление «Срочно ищем мастера по стрижке овец», то не раздумывал ни минуты. Сначала все было прекрасно, а потом этот... Волколак. Будь здоров. Не ты, ведьмак. Этот волколак, он бы всех нас убил. Я ничего не вижу.
Сговорили же делить все на три части поровну. Ты сам понимаешь, у меня-то и свет появилось. Может, свои заправки привели? Заткнись, и чтоб я такого больше не слышал. Красиво убираешь! Мне подсказывает, что надо с ним разобраться, иначе останемся без хабара. Почему половина людей, которых я встречаю на пути, тут же решают напасть на вооруженного ведьмака? Может, мне с лицом что-то не то? А это должно быть озеро, о котором писал Мертен. Хорошее место. Пристанище Мертена.
заброшенный замок, окруженный темными легендами. Идеальное место для бандитского сброса. Жалкое зрелище. Ох, ну его. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Кто-то наложил иллюзию.
Итак, ведьмака втянуло в портал. Теперь включу портал и посмотрю, куда он ведет. Серебро, да? Я твоим собственным членом отымею! Ой, мамочки, как же я люблю понавалять. А это ты зря. Сейчас я тебя как ёбну. Чары какие-то!
сохранять спокойствие. Безобразие не учинять. Только у меня! При покупке панциря помощь в оформлении кредита у Чанфанелли. Великий ведьмак! Убить четырехпалого Филиберта фон Виттена — великий подвиг! Вот за это моя вечная вам признательность. Он не один месяц в тех развалинах сидел вместе со своей ганзой. Кто к ним живым попадал, жалел, что в бою не умер. Неплохую компанию он вокруг себя собрал. Отребья со всего света! Бандиты, выродки! Слетались, как мухи на говно! Хорошо, что ты их прищучил. Спасибо! На мои товары для тебя всегда будет скидка. Похоже, ганза готовилась к долгой осаде. О да! Крысы вырыли себе уютную норку. Рыцари попытались было их пощипать, но обломали зубы об эти развалины. Не удивлен. Фон Виттен превратил развалины в настоящую крепость. Баллисту на внутреннем дворе поставил. Но баллиста-то ему нужна была, чтобы от летучих ящеров отмахиваться. В холмах их целая стая. Так что поглядывай на небо, ведьмак. Хорошо. Прощай. Удачи на пути. На обороте чертежа Джером что-то написал. В конце концов, Моро смирился с тем, что его сын ведьмак. Да, нехорошая история.
Но я пришел за чертежами, и они где-то здесь.